А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Михаил Зеленский неожиданно умер во время отпуска в экзотической стране. Пока поклонники гадали, что же произошло с телеведущим, журналисты выяснили предварительную причину трагедии. 46-летний Михаил Зеленский скончался в Доминикане. По информации СМИ, у него случился инсульт. Ведущего экстренно доставили в одну из местных клиник. Но несмотря на усилия медиков, спасти его не удалось. Около 23 часов ровно по московскому времени Зеленского не стало. В момент приступа рядом с Михаилом находилась его супруга Мила Рубинчик. Влюбленные давно планировали провести совместный отпуск, даже не предполагая, какой трагедией он закончится. Сейчас близкие Зеленского решают вопрос с транспортировкой тела в Москву. Соболезнования семье Зеленского уже принесли не только его коллеги, но и многочисленные поклонники. Какой кошмар! Такой талантливый человек ушел, в один миг не стало прекрасного журналиста. Михаил, мы будем вас помнить, не верится, что это правда, делились неравнодушные в комментариях в социальных сетях. Напомним, журналист много лет работал на телеканале «Россия-1», где вел программу «Вести Москва». Также он был первым ведущим шоу «Прямой эфир», но в 2013-м уступил место Борису Корчевникову. В последние годы жизни Михаил работал на канале «Культура», где вел передачу «Билет в большой». Просмотр. Ставь лайк и подписывайся на канал.